Здравствуйте, любители тенниса. Давайте сегодня поговорим о футболках. Вот есть смысл ли покупать профессиональную какую-то одежду, или достаточно и спокойно можно играть? Вот старшее поколение, ну, привыкшее к ХБ, так они и стараются держаться за это дело, когда она вся становится мокрая футболка, да, ее снимают, играют с голым торсом. Ну, не совсем это и не всегда это приятно, и не всегда это как бы самый лучший вариант. Вот я уже несколько лет стараюсь покупать себе и тренироваться именно в профессиональных футболках. Вот. Ну, сейчас объясню почему. Ну, во-первых, профессиональный спорт еще как-то сохранил качество изделий. То есть футболки, которые куплены, ну, в фирменных магазинах, пусть они немножко дороже, чем то, что мы можем купить на рынках, но качество у них отменное, скажу. То есть вот такого типа футболки и немножко, ну, разного, вот фирменные, купленные там у нас, мы на Висте в основном покупаем, да, они служат более 5 лет. При интенсивной носке, ну вот я как тренер, то есть 5, считай, как на работу, как на праздник, да, и постоянно в этой форме. Вот, это раз, то есть они очень долго служат, 5, 7, даже некоторые по 10 лет, вот у меня есть одна футболка, около 10 лет ей, но не видно ни затяжек, ни каких-то там, что форму потеряла, что где-то что-то потянулось, где-то износилось, то есть служат. Отлично, прочность великолепная. Дальше у ней очень хорошие качества вот, сохранения тела, то есть дает она возможность дышать, вот эти какие-то там микропористая структура, какие-то сейчас мембраны придуманы и прочее, они позволяют намного как комфортнее себя чувствовать в игре. Вот. Это два, как бы, второе преимущество над обычными футболками. И третий, один из самых, наверное, важных, что вот она стирается мгновенно, просто намочили, там чуть пожулькали и встряхнули, и повесили, и не надо гладить. То есть вот жены, матери, кто стирают или кто сам стирает, ну, это оценят, потому что высыхает мгновенно при хорошей там встряске, даже на руках или в машинку бросил, достал утром, не надо гладить, она сохраняет свою форму, они практически не мнутся. То есть стряхнул ровно, повесил, чтобы вот не комком, и все. И, а летом так вообще к вечеру она уже сухая, можно на вторую тренировку уже одевать ее и играть по новой. То есть вот три таких основных качества. Намного комфортнее за счет вот этих систем, мембран и каких-то конструкций ткани, они как-то отводят пот, выводят жару. И такое впечатление, что прям освежает, охлаждает она. Чуть-чуть прохладное помещение, уже начинаешь чувствовать, что футболка работает. Второй момент. Очень легко стирается и сушится, не требует глажки. И большой износ. Поэтому, ну вот, я не говорю, что надо постоянно там их 10-12, но одну стоит взять и попробовать. И поиграть. Вот кто не играет профессионально, то есть вы ощутите достаточно серьезную разницу и комфорт в использовании. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч.